Уважаемые граждане Западно-Казахстанской области, разрешите от имени Совета старейшин нашей области поздравить всех вас с Днем Единства и Солидарности народов Казахстана. Очень важно в это непростое время сохранить терпение, сплоченность и выдержку, как этого требует сложившаяся ситуация. Только дисциплина и строгое соблюдение всех правил поможет нам вместе пережить это трудное время. С праздником вас! Всем добра, здоровья и счастья!